Ребята, мы в Атаяке. Вон, Витя. Мы заправились. Estamos en Atoyac, cargamos gasolina. Y operador de gasolinera nos dice que Víctor con su moto no va a poder pasar. Puras baches, piedras, terracería y quién sabe qué. Чувак нас напугал. Сказал, что Витя не пройдет. А мы сейчас пойдем на взятие. Может, он специально нас напугал. А ну, Витя, готов к покорению? Всегда готов. Иди с листом. Сейчас поедем. А, еще сказал, что дожди. Может быть дождь. Могут быть. По полной. Ну, я дождя не боюсь. Я потому что смотрел. Си, пойду ювер. В 3 часа ночи. Думаю, дайте запью. Ну ладно, ребята, сейчас погоним. Есть неохота, а вот это чуть-чуть попили электролита. Ни амбры не надо. Vamos a Cerro Teotepec. ¿Teotepec? Sí. No sé qué tal camino. Más o menos. Dice que él no va a poder pasar. Sí, puede. Y después, y luego de Teotepec, si regresamos a tras de Chilpancingo. Sí, ¿buena también carretera o no? Sí. Ah, ok. Adelante. Muchísimas gracias. Venimos de Acapulco.
часе езды, falta una hora para nuestro campamento, a ver si vamos a lograr a pasar. Mira. Un poquito más y ya va a cerrar el camino, ya el paso. No va a haber. Olvidamos, yo olvidé tequila, Víctor olvidó comida. Saludos, bye bye, pa' acá, pa' acá. Юрка, говори что-нибудь. Вот куда мы забрались. Солнышко какое. Во. Тут наверху всякая фигня. Это что, видео? Да, видео. Ну, к черту на кулички забрались. Еще столько же. Надо знать свою родину. Ну не родину, а вторую родину. Это твоя родина, сынок. Вторую родину. Это мы вот такие. Такой водопадик, открытый нами. Регалера. Такой душик. Температура бы хорошая. Неплохо бы изменилась. Что там? Меня сухит? Нет, тут не так. Может быть там, но... У меня надежда, что там будет. Отличный водопад какой. Не надо далеко ездить. Всего 4 часа уже на пути. Работает? Камера работает? Да. Отлично. Люди деньги платят за это, а тут вон.
интересно. И никто не найдет, где могилка моя. Никого нету. Но hay nadie aquí. Estamos muy alto. Температура como 12 grados o 13. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Видите, иди посмотри. Ухи замерзают. Ну вот это грей. А ты кир брал какой-то? Я бы текилу забыл. Нет, а я же не бухаю. Ты в завязке? А, ну все, будем чай бухать. Я же этот... Чай бухать. Мощный старик. Был бы тут кинар, он бы вот на это дерево залез за 3 минуты. Ну, каждому свое. А, как будто осень русская какая-то. Да ужас. 12 градусов, наверное, чудесно. Или 13. Пуэрто дель Гайо, Параису, Новая Дели. Ага, Пуэрто дель... Смотри, сюда идет. Niebla viene para acá. Vámonos. Faltan 13 километров. Сплошное молоко. Забрались, ну не знаю, 3-4 тысячи метров.
Санто дель Гайо. Мира, вене, это, собачка бежит. Смотри, собака сразу на охране. Посмотри, какие здесь собаки, тут лайки. Перито. 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 Хороший. Все, пошли. Молодец. Пошли. Ну вот и боя сэр надо. Ты видел, какие домики там? А? Домики видел? Видел. Ну поехали. Что-то хочу уже согреться. Костер разогреть. 12 километров.
Витя, Витя, давай, давай. Llegamos al lugar para acampar. No hay campamento, nada. Todo va a ser improvisado. Ребята, мы прибыли на место назначения. Ни хрена тут нет. Будем здесь ставить палатку. Витя пошел на разведку еще. Навигатор говорит, где-то там на горе. Но нам на горку, на эту мы на мотоциклах не заедем. Ya llegamos al lugar, pero no hay campamento. Pues vamos a quedarnos aquí. Eso es carretera, carretera Atoyac Chilpancingo. Bienvenidos. Ya salió un liebre. Y nada más. Son las 6. Día 20, ¿no? 20 de julio, agosto 2021. Bye bye. Прибыли оттуда. И туда. Вот сейчас сюда вот прибыли. И здесь, наверное, будем ночевать. Дальше уже сил нету. Ребята, дальше ехать сил нету. Все. Все, что вы видели в видеоблогах, вот оно реализуется. Вы прибыли в точку назначения. Ни хрена здесь нет, никакого вообще. Никакого, ни электричества, ни воды. Вода в изобилии. Жопа отваливается, сейчас спина будем распаливать отваливается. Костер. Главное, чтобы не закончился жидкий спирт.
Или оно горит? Вот пытаемся. Ты снимаешь? Да. Пытаемся распалить деревяшки. А деревяшки как сыр. Очень, нас обоих шатает. Очень сыро. Шатает. Кислорода ни хрена нет. Да, башка кружится. Дыма много. Тут сколько высота? 4, да? Не знаю. Ну высоко здесь, да? Крутил? Да, мы, короче... Ребята, мы в бешеной форме, никакой истерики. Все под контролем. Высота 10 тысяч метров. Смотрите, все вздувается. Бензин вздувается. Бензин не горит ни хрена. Костер не распаливается даже на сухой бумаге, нет кислорода, ни хрена. Здесь что у нас? А, здесь немножко... Здесь горит. Вот так вот у нас. Все вот так вот. В общем, как бы понятно. Все. Синистерика. Так, товарищи, вот мой домик, коттедж, показываю. Температура почему-то сейчас больше, чем 3 часа назад. Вот это мой амбарчик и чай, и спирт жидкий, и еда на завтра. Будем сейчас спать, 8:30. Все, давай, пока-пока. Связи нет никакой. Никакой. Я, amigos, я. Eso es mi casita. Casita de 5 estrellas, lujo. Aquí hay bodega de todo. Y tecito. Y alcohol. Estufa de alcohol. El líquido. Ya, buenas noches. Adiós. Ребята, 21 августа 21 года. Посмотрите. 21 de agosto año 2021. ¿En qué altura estamos? ¿En qué высоте мы находимся? Витя, иди сюда, тут лучше. Вот где мы ночевали сегодня. Aquí pasamos la noche. Вот так вот. Así es. Пока-пока. А ты чуть-чуть не навернулся. Ой-ой-ой. Это мокрая дорога, у меня за жопу-то повело. Блядь. Учти, сейчас надо внимательно, мы же не спали. Да.